Сегодня 65 лет исполнилось начальнику отдела культуры и искусства Амурского района Иголкину Михаилу Алексеевичу. Мы искренне рады поздравить вас с этой знаменательной датой. После окончания Хабаровского государственного института культуры в течение 9 лет Михаил Алексеевич работал директором Дворца культуры Амурского ЦКК и более 25 лет возглавлял отдел культуры Амурского района. Под руководством Михаила Алексеевича работают 38 учреждений культуры и искусства, дома культуры, клубы, библиотеки, музеи, учреждения дополнительного образования. При его непосредственном участии были открыты новые учреждения: детская школа искусств номер 2, детская художественная школа, национальный культурный центр Силамсе, села Ачан, центр национальной культуры села Оми, ботанический сад города Амурска с уникальными коллекциями тропических и субтропических растений Южной Америки, Индии и Японии, центр славянской культуры Родник, поселок Эльбан. Сохранены ведомственные профсоюзные учреждения культуры и объединены в муниципальную клубную систему. Ежегодно в учреждениях культуры и искусства района проводится более 4000 мероприятий. Михаил Алексеевич является инициатором и организатором ежегодных районных фестивалей творчества коренных малочисленных народов Севера «Аист над Амуром», участники которых народные коллективы «Сиун» и «Тасима» села Ачан, являются лауреатами Дальневосточного фестиваля «Живая нить времен». В 2010 и 2011 годах под личным руководством Иголкина Михаила Алексеевича совместно с краевым научно-образовательным творческим объединением культуры организованы и проведены краевые профильные смены «Дети Амура. Жизнь творчества» и «Славянский дом» на базе загородного оздоровительного лагеря «Орбита», участниками которой стали сотни одаренных детей Хабаровского края. Высокая квалификация, профессионализм, креативность мышления – все это в совокупности говорит как об успешном авторитетном руководителе, ведущем коллектив к новым достижениям. Под руководством Михаила Алексеевича была разработана символика Амурского муниципального района, гимн, герб и флаг района. Михаила Алексеевича отличает трудолюбие, профессиональный подход к основной деятельности, к работе учреждений культуры, к развитию художественного творчества. Много внимания он уделяет профессиональному уровню работников учреждений культуры, организует учебу кадров через семинары, стажировки, поощряет лучших работников почетными грамотами и денежными премиями. Выходит с инициативой о награждении лучших специалистов грамотами губернатора края, главы района, Министерства культуры края. За многолетний и плодотворный труд, заслуги в области сохранения и развития культуры и искусства Амурского района Михаилу Алексеевичу объявляется благодарности и вручается почетные грамоты главы Амурского района Министерства культуры Хабаровского края. В 2011 году Михаил Алексеевич награжден нагрудным знаком Министерства культуры Российской Федерации за достижения в культуре. В 2009 награжден памятным знаком губернатора Хабаровского края 150 лет Айгунского договора за заслуги. В 2013 году указом президента России Михаил Алексеевич награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг, ослепительный миг, а для звезды
что сорвалось и падает. Есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот миг вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я? Мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я? Мигом одним, только мигом одним. Дано повстречать иль беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.